بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نا يتمروك مو يبرايدون مرفولوجيشتك رزبور دوات السيدما وآيته إنهم كانوا لا يرجون حسابا وإستنوا أني ننادي لسنا رشوت إنهم أتي دوات سلوة أتي حرف إن أفترو أتي مستميني هم أبا أتي سلوة نبودت زيس رسماتروا تاكاك حروفة تويس بردلوجي چستيتي А также домайр, то есть «местомение». Это слова с неизменяемым окончанием. А такие слова не рассматриваются наукой сарф. Следующее слово – это глагол «кенуа». Мы подробно поговорили об этом глаголе в 17-м Для «Ля ярджуна». «Ля» – это харфун, значит пропускаем его. «Ярджуна» – это мударвин, глагол настоящего будущего времени, по модели В основе изначально было Ярджувуна. по модели «яфууна». Дома букву Вау удалили из-за трудности ее произношения над этой буквой, что привело к встрече двух суккунов. Первый сукун ⁇ это сукун буквы ⁇ вау ⁇ который является ⁇ ламом ⁇ то есть третьей коренной буквы этого глагола. А второй ⁇ это сукун второго ⁇ вау ⁇ являющегося местомением множественного числа мужского рода, из-за чего мы удалили первый ⁇ вау ⁇ И у нас осталась ⁇ ярджуна ⁇ по модели ⁇ ЯФУНА. То есть удаленного ⁇ вау ⁇ это третья коренная буква глагола. А Оставшееся его это местоимение множественного числа мужского рода. Форма единственного числа этого глагола – это «ярджува», а в основе было «ярджуву», как мы сказали, из-за трудности произношения ради легкости дому букву «вау» на конце удалили, после чего у нас стало «ярджува». Разбирая в 18 мае глагол «яти», мы подробно поговорили о глаголах «нахыз», к которым как раз и относится глагол «ярджува». Мы сказали, что «нахыз», то есть «недостаточный глагол», это глагол, у которого третья корневая буква является слабой буквой вау или я, или их замена эльф. Значит, в основе бывает только вау или я. Также там мы сказали, что форма двойственного числа, а также множественного числа женского рода подобных глаголов остаются без изменений. Итак, ярджу, ярджувани, без изменения, ярджуна, в основе было ярджувуна. Чуть раньше мы объяснили, как был удален первый вау, после чего у нас осталось ярджуна по форме яфуна. Дальше идет Тарджуву, в отношении которой применили то же самое правило, что и в форме Ярджуву, где у нас стало Ярджу. То есть удалили Дому Вау, после чего стало Тарджу. Значит, Тарджу, Тарджуани, Ярджуна, по модели Яфольна. Здесь, как мы видим, не произошло никаких изменений. Здесь мы видим, как форма множественного числа женского рода Ярджуна полностью совпадает с произношением и в написании с формой множественного числа мужского рода Ярджуна полное совпадение. Однако разницу между ними можно понять, если привести модель возен каждого из этих двух глаголов. Так возен модель или шаблон глагола ярджуна множественного числа мужского рода это ефона, где вау это местоимение множественного числа мужского рода. А нун это нун рофли, признак состояния араф «ар этому глаголе. А возен модель глагола ярджуна множественного числа женского рода это ефона, где вау это третья коренная буква то время как нун ⁇ это местоимение множественного числа женского рода. Совпадение произошло из-за того, что после удаления первого вау ⁇ третья буква в одном глаголе и местоимение множественного числа мужского рода в другом глаголе ⁇ это вау, которого в обоих случаях одинаково произносится. То же самое можно сказать и про нун. Произносится нун, хотя в одном месте это местоимение множественного числа женского рода, а в другом это признак состояния аррафа то есть нун аррафа Следует отметить, что такое совпадение будет и в формах глаголов второго лица, например, Тарджуна, Антум Тарджуна и Антунна Тарджуна. А также скажем, что это совпадение происходит только в состоянии арров в изъявительном наклонении. А что касается двух остальных состояний, которые могут быть у глагола аль то есть состоянии Насп и аль то здесь нун арраф, то есть нун, который имеется на конце формы множественного числа мужского рода, этот нун будет удален. То есть удаление этого нуна и будет являться признаком состояния АННАСП или аль-джазм. Например, лайерджу с удаленным нуном или ламмерджу тоже с удаленным нуном в состоянии аль-джазм. То есть РОВ – признак состояния РОВ удален. И это удаление будет признаком другого состояния аннаспа или аль-джазм. А оставшийся вал ⁇ это местоимение множества числа мужского рода. А что касается формы множественного числа женского рода, то здесь он ну, ни при каких обстоятельствах не удаляется, так как это местоимение, а его нельзя удалять. Поэтому мы скажем «ля ярджона или «лям ярджуна без каких-либо изменений. Как мы видим, никакого изменения не произошло, но он не был удален, потому что это местоимение. И если в состоянии ров у нас было полное совпадение ярджуна ярджона то в состоянии аннасп или аль эти формы отличаются. Например, Ярджу для мужского рода и Ярджуна для женского рода, но он сохранился. То же самое и в состоянии аль-джазм. Например, лям-ярджу для мужского рода и лям-ярджуна для женского рода. Аллаху алям.